161 клип латинского языка, медицинский. Ну и на собственное продолжение истории про царя Мидаса, всем известный, то, что он начал все превращать в золото, и в результате боялся, что он умрет от голода и жажды, потому что еду, там, питье тоже все в золото. Ну, значит, это на собственное. Aurea sacra fames, святая жажда золота. Вот тут выражение можно запомнить. Ну, в общем, поясняется тут пара выражений. Ну, в общем, тоже не вижу я тут сложных каких-то. Ну, конъюнктивы под утом тут стоят, небольшие, в нескольких местах. А вот на них нужно обратить внимание, на согласование конъюнктива с основным текстом. Ну, а так, в общем, известная сказка и несложно излагается. По медицине по 5 буду брать параграфов, потому что мало пошло новых слов. Перевожу первый, а остальные вот я сделал предпереводческий анализ, то есть я подчеркнул некоторые ключевые слова, которые помогают понять структуру текста. Пояснил также местоимения, когда неясно их значение, и некоторые новые слова тут есть, которые тоже расшифровал. Значит, он продолжает обсуждать цель, что там сушит организм, что расслабляет желудок, что укрепляет и так далее. Contra sicut modica exercitatio fames unctio sine aqua calor sol modicus frigida aqua cibus exercitationis tacem subjectus et is ipse ex sic cis et estuosis locis veniens. Тело сушит. То есть контра имеется в виду противоположно предыдущему. Раньше там было, что увлажняет тело. Противоположно предыдущему сушит тело. Усиленные упражнения, модика экзерцитацио. Голод сушит тело. Натирание мазью без воды, то есть мазью такой жесткой. Ну, обычно не маслом, то есть жестким каким-то, без воды, может быть. Сливочным, может быть. Жара вообще, да, калор вообще сушит тело. Жгучее солнце, то есть активное какое-то. Вот модика экзерцитацио – это усиленные упражнения, а соль модикус – это именно вот усиленное такое жгучее солнце. Жаркая вода, холодная вода, фригида, что-то все я торможу. Фригида, холодная вода. А также еда непосредственно после физических упражнений сушат. Ну и все, что происходит из сухих и жарких мест, тоже имеет своим свойством сушить тело. Так, дальше вот альвом адстрингит, это то есть закрепляет желудок, то есть от чего желудок запор делается, лабор, работа закрепляет желудок, ну и так далее, короче, объясню. Вот крета фигуларис, это белая глина, корпори инлита, намазанная на тело, вот она закрепляет желудок, по их мнению. Цибус ин минутус, в смысле уменьшенная еда по сравнению с обычным. Ну и дальше, в общем, должно быть все понятно, все те же слова. Контрасольвит, наоборот, расслабляет желудок, аутоамбуляцио, ну то есть увеличенные какие-то усиленные прогулки от квеска, потуска, усиленные гуляния, еда и питье. Вот. Ну все, дальше там все понятно должно быть. По поводу рвоты, вот он говорит, что у нее такое действие, что если желудок слабый, да, то есть если понос, то рвота его закрепляет. Quod ventrem vomitus solutum comprimit. А если наоборот, он желудок, если запор наоборот, то рвота наоборот ослабляет, компрессум солвит. То есть рвота противоположным образом действует. Quod ventrem vomitus solutum comprimit, компрессум солвит. Вот. Вот. Ну, также там еще что там компримит, разберете, все легко. 32-е, quod et aetatis, то есть возрастные отличия начинает рассказывать. И кто проще всего переносит голодание, да, вот тут ключевое слово inedium. Inedium facilem sustin, это вот переведете, да, легче всего переносит голодание средний возраст.
меньше такие-то и хуже всего вот такие-то. Вот. Ну все, дальше, в общем, я пояснил. Тут кто труднее переносит голод, он там должен то-то делать и так далее. Кто легче, тот то-то должен делать. Vinum dilutis pueris senibus miracius. Разбавленное вино полагается детям, а неразбавленное старикам. Ну, в общем, по современным рекомендациям никакое вино никому не полагается. Ну и последнее тоже, в общем, все это Juvenum. Вот посмотрите, что он там Juvenum interest, что полагается юношам. И что там дальше идет про этих про стариков, сына кто-то. А, ну тут опять про свой про желудок, тут больше так про желудок, что, короче, если у молодежи, короче, были поносы, то обычно они в старости прекращаются там и наоборот. Вот. Ну, в общем, вот все. Все слова были, и эти все выражения тоже были. Вот. И все на этом.